написал его Валентин Валевский. Я надернул оттуда несколько строчек. Сердцем пела девочка одна, пела сердцем девочка весна. Песню спев, присела на траву. Дальше еще там фрагмент отдельно идет. Девочка в ромашках на лугу пела песню через «не могу». Я, прочитав это, подумал в очередной раз, не первый раз, конечно, что к печатному слову требуется относиться все-таки с особой осторожностью, потому что автор пишет одно, а читатель, используя те же слова, представляет совсем другую ситуацию. Как-то по деревне за горой шел мальчишка летнюю порой, а девчонка шла на драм-кружок, но свернуть решила на лужок. Девочка присела у куста, и запели вдруг ее уста: «Выйдешь в поле, сядешь, благодать, ох, как далеко тебя видать». Девочка сидела на лужке, у мальчишки план созрел в башке. Но она сидела под кустом, рядом с КПП и блокпостом. Девочка на корточке присев, спела три куплета и припев. И дневальный, занесив губу, пялился в подзорную трубу. Подпевали девочки цветы, зазывали новые кусты, и манила свежая трава. Жаль, что в песне кончились слова. Девочка сидела на лугу, эту песню я тоже спеть могу, и бачок мне подпоет сливной, песня не расстанется со мной.